В Бирске прошел чемпионат и первенство Новосибирской области по чирлидингу. Самым маленьким участникам было всего 4 года. Команды, показавшие лучший результат, прошли на чемпионат России, который состоится в Москве в феврале этого года. Подробности расскажет Андрей Параев. Несмотря на то, что чемпионат и первенство по чирлидингу заявлен как областной, в соревнованиях принимали участие команды из Алтайского края. Яркие костюмы, лучезарные улыбки спортсменок, полные трибуны болельщиков. Это были не просто соревнования, а настоящее шоу. Обычно чирлидеры работают со спортивными командами и клубами, привлекают болельщиков зажигательными танцами, поддерживают спортсменов и создают благоприятный психологический климат на соревнованиях. Как самостоятельное спортивное направление, чирлидинг появился относительно недавно. Чирспорт делится на два направления. Первое – это чирлидинг, к которому мы все привыкли. И второе – это новое направление – перформанс, которое в себя включает танцевальные направления – джаз, хип-хоп и фристайл. Вот так теперь вид спорта выглядит. Самым маленьким спортсменкам всего 4 года, верхнего возрастного порога нет. Каждое выступление сопровождали громкие аплодисменты болельщиков, поэтому с первого взгляда было непонятно, как судьи выберут лучших. Но критерии есть – это правильность исполнения всех элементов, соответствие музыке и танца, а также зрелищность выступления. Одна из команд, которая представила наш город, называется «Акулы». Наши девочки достаточно хорошо выступают. Сегодняшние соревнования – это отбор на чемпионат России, который пройдет в феврале в городе Москва. Если мы занимаем призовые места, то наша команда едет и защищает честь Сибирской и Новосибирской области. Все команды показали хороший результат. Команда высота из Новосибирска очень сильно, мы прям восхищены ими. Мы примерно одинакового уровня, все зависит от техники. Судьи покажут, кто сильнее. Соревнования уже завершились. По итогу чемпионата и первенства по чирлидингу честь города, а также области поедут защищать 4 юниорки из бирской команды «Акулы».